Израильские полицейские и военные опечатали дом, в котором жил палестинец, устроивший теракт у синагоги в Восточном Иерусалиме. Позднее дом будет снесен. Власти еврейского государства объявили об усилении мер по борьбе с экстремизмом. В частности, лиц, сочувствующих нападавшим, будут лишать социальных пособий. В воскресенье Цахал сообщил о задержании двух человек, пытавшихся пересечь границу Израиля со стороны Сирии. Жертвами теракта у синагоги стали 7 человек. Несколько получили ранения. Премьер-министр Израиля Бенимин Нетаньяху посетил пострадавших и пожелал им скорейшего выздоровления. По данным полиции, террорист, вероятнее всего, действовал в одиночку. Он был убит стражами порядка при попытке скрыться. В воскресенье десятки людей приняли участие в похоронах Рафаэля Бен-Элиягу, одного из погибших в результате теракта. Стрельба в синагоге произошла за несколько дней до запланированного визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Израиле на западный берег Иордана. Главной темой визита, как сообщается, станет деэскалация.